Палеонтологи из Казахстана назвали новый вид древней морской рептилии именем ульяновского ученого Владимира Ефимова. Владимир Михайлович уже несколько лет работает научным консультантом в Западно-Казахстанском университете. Он не только преподает и готовит аспирантов, но и активно продолжает заниматься практической палеонтологией. Недавно ульяновский ученый во время раскопок в Мангышлаке открыл и описал неизвестный науке род ихтиозавров, который назвал Казахстанозаурус. Труд опубликован в престижных западных палеонтологических журналах. Напомню, Владимир Ефимов является основателем музея в Ундерах и первооткрывателем многих источников минеральной воды в Ульяновском районе.